Кронштадте начались обширные работы по текущему ремонту. За теплый сезон на острове предстоит подлатать десятки домов. В столярной мастерской на Посадской кипит работа. Здесь сотрудники жилкомсервиса изготавливают деревянные стеклопакеты, которые уже этой зимой помогут сохранить тепло на лестничных клетках в домах кронштадцев. Деревянный стеклопакет, конечно, это лучше, это дышит, это экологический продукт. Чистый, да. Это будет устанавливаться у нас адрес на Посадскую 25, на лестничную клетку, то есть комплексом, полностью парадным делаем. В обновлении нуждаются не только оконные проемы. Если за два прошлых года на острове свели к минимуму протечки кровли, то задача на 2016-й – привести в порядок внешний вид зданий. На Андреевской улице рабочие сбивают осыпающуюся штукатурку с домов, чтобы та не упала на головы прохожих. По фасаду у нас запланировано отбивка, простукивание там и все остальное, значит, покрытие гидроизолирующим слоем, там, где мы штукатурку отбили, гидроизолирующим составом кирпича, чтобы не было протеканий, намоканий, около, сейчас вам скажу, 1200 квадратных метров запланировано. Работы по текущему ремонту помогут Кронштадту дотянуть до светлого коммунального будущего. Большинство домов здесь давно перешагнули столетний юбилей и остро нуждаются в капитальном ремонте. Но по планам он начнется на острове не раньше, чем через 15 лет.